Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Сегодня вашему вниманию будут представлены свежие выпуски журналов и газет, выпускаемых в различных епархиях Русской Православной Церкви. Начнем наш выпуск с майского номера журнала Санкт-Петербургской епархии «Вода живая». Открывает его проповедь главного редактора, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, посвященная празднику Вознесения Господня. Раздел подробно расскажет о православных экскурсоводах. Автор статьи «Там, где мне интересно» беседует с православным экскурсоводом Ниной Жерве, которая считает, что, глубоко занимаясь историей русской культуры, невозможно остаться в стороне от православной веры. Материал Татьяны Кирилиной «Путеводители по Дому Божию» познакомит с экскурсоводами Федоровского и Спасо-Преображенского соборов, а также Храма Успения Божией Матери подворья Оптиной пустыни, которые расскажут о том, как пришли в эту профессию и какие маршруты могут предложить желающим. Раздел «Люди в церкви» открывает материал Марины Ланской о Храме Всех Святых Земли Русской в Московском парке Победы и его настоятеле архимандрите Иерониме Тестине. Труд наравне с молитвой – одна из главных составляющих монастырской жизни. Памятая об этом, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий принял решение организовать при монастыре сыроварню, продукция которой пойдет на стол братской трапезной, а также будет предложена монастырским прихожанам. Об этом читайте на 40-й странице. Страничка епархиального радио «Град Петров» познакомит с новыми дисками из серии «Православные праздники», а также с новинками сервиса скачиваний. В колонке епархиального духовно-просветительского центра «Невский 177» размещена рецензия на книгу Алексея Арцебушева «Сокровенная жизнь души. Размышления о путях Божиих». Уважаемые телезрители, журнал «Вода живая» можно приобрести в храмах Санкт-Петербургской митрополии. Оформить и оплатить подписку на издание вы можете через интернет на сайте aquaviva.ru. Представляю вашему вниманию православный женский журнал «Славянка». Журнал издается в Москве с 2006 года по благословению святейшего патриарха Алексея II. Это единственное периодическое издание общероссийского масштаба для женщин и семейного чтения, в основу которого заложены православная вера и отечественные традиции. Все статьи журнала «Славянка» сопровождаются фотографиями или иллюстрациями, передающими красоту православных храмов, родной земли и простых людей. Новый номер журнала «Славянка» посвящен двум любимым народным праздникам – Святой Троице и Великой Победы. В чем они друг другу созвучны? За что воюет русский человек? Какие две победы были одержаны в Великой Отечественной войне? Об этом в статье протоиерея Сергия Николаева. Рубрика «Великой Победе посвящается» расскажет про удивительные чудеса во время войны, одним из которых было счастливое письмо из блокадного Ленинграда. Каким человеком в обычной жизни был легендарный полководец, не проигравший ни одного сражения – великий Суворов? О милостивом сердце генералиссимуса читайте в рубрике «Наше наследие». Как не охладеть в вере и не стать потребителем в церкви? О защите детей от тлетворного влияния мира и фарисейского духа, о русской истории, покаянии и монархии рассказал гость номера, духовник православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского и иеромонах Никодим Шматько. «Как вырастить семерых сыновей» в рубрике «Брак и семья» публикуется интересное интервью о непрестанном подвиге материнства. Также в номере свидетельство о подвиге горничной императрицы Анны Степановны Демидовой, мученически погибшей вместе с царской семьей, о многострадальной русской святой благоверной княгине Анне Кашинской, рассказ о покровительнице Зауралья, Тобынской иконе Божией Матери, этикет для малышей на тему «Мои любимые игрушки» и многое другое интересное и познавательное. Уважаемые телезрители, журнал «Славянка» выходит 6 раз в год. Издание можно приобрести во многих книжных лавках при монастырях и храмах Москвы и более чем в 50 епархиях России, а также в белорусском Бресте, Латвии и Казахстане.
Представляю вашему вниманию современное духовно-просветительское издание «Майский номер православной газеты». В этом году исполняется 100 лет со дня мученической кончины святых царственных страстотерпцев императора Николая II и его семьи. И 150 лет со дня рождения святого царя Николая II. Юбилейные даты, как бы смыкаясь, образуют один ряд, наполненный огромными смыслами. Открывается свежий выпуск газеты словом патриарха Московского и всея Руси Кирилла о важности и значимости этих круглых дат. А на 48-й полосе публикуются молитвы святому императору Николаю II. Среди других тем номера. 16 мая Русская Православная Церковь празднует память священномученика Николая Беневоленского. О его жизни и подвиге повествует диакон Михаил Кудрявцев в разделе «Церковный календарь». Из материала «Безбожной школы России» вы сможете почерпнуть для себя немало полезной и важной информации. В разделе «Беседы с батюшкой» публикуется беседа с клириком храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах протоиереем Александром Рябковым. Тема выпуска – «Вознесение Господне». Почему человек должен внимательно относиться к духовной жизни? Как в повседневной жизни точно отделить главное от второстепенного? Что такое дисциплина? Почему важна дисциплина слуха и зрения? Тем, кто задается этими вопросами, будет полезно прочесть материал на 12-й странице. Здесь представлены рассуждения публициста и миссионера иеромонаха Макария Маркиша. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил освящение закладного камня храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево. Новый каменный храм, строительство которого ведется исключительно на пожертвования прихожан, планируется возвести рядом с маленькой деревянной церковью во имя святого праведного Федора Ушакова. Репортаж этого события можно найти на 10-й полосе. В преддверии проведения в Екатеринбурге 6-го международного туристического форума «Большой Урал-2018» в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале открылась фотовыставка «Екатеринбургским царским маршрутом». Подробнее об экспозиции можно узнать в материале «Царский год». О церковной помощи, одержимым страстью пьянства и их близким, рассказал клирик храма Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади протоиерей Максим Плетнев. Ищите материал на 38-й полосе. Медицинская страничка в этом номере посвящена теме заболевания полости рта. Также на страницах газеты можно найти интервью с известной актрисой, певицей и композитором Викторией Цыгановой. Размышления журналиста Дениса Ахалашвили на тему «Что делать, если столкнулся с грубостью в церкви?». Рассказ известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне о своей вере во Христа и о своем возвращении ко Господу. Познавательный библейский кроссворд и многое другое – полезное, интересное и увлекательное. Уважаемые телезрители, оформить подписку на православную газету можно с любого месяца и на любой срок. Подписной индекс по каталогу агентства «Роспечать» – 32 475. Всего доброго и до встречи в эфире.